На календаре 17 июня. 17 июня 1875 года выдался непростым для гласных Самарской городской думы. Тогда рассматривался вопрос о найме дома для размещения канцелярии и мастерских 159-го пехотного гурийского полка. Гласный Александр Иванович Смирницкий предложил использовать для этой цели пивоваренный завод на берегу реки Волги, принадлежавший в то время городу. Однако самарские купцы периодически брали этот завод в аренду, поэтому городу было невыгодно размещать в нем казармы, ведь городская казна не добирала бы в таком случае значительных сумм. В итоге Александр Смирницкий получил отказ, а 5 лет спустя участок земли с этим заводом взял в аренду на 99 лет австрийский подданный Альфред Филиппович фон Вакана. Ежегодно 17 июня в некоторых странах отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. В народном календаре сегодня день Митрофана Навозника. С этого дня обычно начинался посев гречихи. Крестьяне выбирали лучшее для этого время, наблюдая за тем, как спеет клубника. Если она начинала краснеть, пора было выходить в поле. Этими и многими другими интересными событиями вошел в историю 17 день июня. Успехов в делах вам и всего только самого доброго!